А вот шаман мне сказал, что жена, говорят, что про него говорила банка, что это именно тот шаман. Очень интересно, пойду. Прекрасно. Это самое главное. Пускай занимается именно этим. Никого не слушает. А то, что говорят, ну, мы живем в таком мире. Если о нас не будем говорить, значит, мы не такие популярные. Ну, экшена ожидаю, потому что про шпионов, это по стихии, которая мне нравится, потому что ее интересно смотреть, и каждую минуту вот ты думаешь, чем же это закончится, чем закончится. Интриг, который длится до конца, или все-таки вот эти бойни перед какие-то жанры? Я люблю комедии, фантастику, мелодрамы, ну, такие с хорошим концом.